Ой-ой-ой-ой, Санечка, Санечка, родничкин, роднушечкин, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка. Всем привет, вы на канале Против Лома. Перед началом видео призываю вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте этот ролик и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Москва, Троекуровское кладбище, я здесь, и мы начинаем. Приехал сегодня показать вам и сам посмотреть захоронение Анастасии Заворотнюк. 53 года ей было, похороны были 1 июня, но так как кто смотрит канал Против Лома, знает, что я был в командировке в Краснодарском крае и по съемкам был долгое время в Краснодарском крае. Сейчас я нахожусь в Москве, и поэтому я приехал на Троекуровское кладбище. Давно здесь, кстати, не был, около полугода, чтобы посмотреть, что же произошло с захоронением Анастасии Заворотнюк за это время. Вы не переключайтесь, мы начинаем. Поехали, посмотрим. Конец лета, погода уже больше осенняя. Сейчас я нахожусь на старом участке. Да, его, кстати, я в своих выпусках уже показывал. Переходите, посмотрите видео на канале ранее. Я показывал неизвестное Троекуровское кладбище и другие центральные кладбища Москвы. Все, выдвигаемся. Двигаемся к могиле Анастасии Заворотнюк. По пути заслуженный мастер спорта СССР Николай Прокофьевич Соколов. 1933 год рождения, 2012 год смерти. Я знаю, где она похоронена, но, к сожалению, на похоронах присутствовать не мог, потому как был в командировке в Краснодарском крае и в том числе снимал кладбище и погосты Краснодарского края. Кто не видел, переходите, посмотрите. Это довольно-таки не безинтересно. Вот это старый участок. Сейчас мы его пройдем. Я всегда начинаю с него. Почему? Потому что здесь у меня похоронен один близкий человек. Мы вместе учились. И здесь он теперь упокоился на этом кладбище. Итак, вот здесь часовню мы проходим и будем выходить на новый участок, где много похоронено заслуженных деятелей и выдающихся людей. Все, сейчас проходим этот участок. Его я показывал неоднократно. На канале есть видео ранее. Вот Любовь Полищук. Оно по пути находится. Но это я объясняю для тех, кто никогда не был на Троекуровском кладбище и захочет посетить захоронение Анастасии Заворотнюк. Дедюшка Александр Викторович. Вот семья погибла. О них я тоже рассказывал и показывал. Здесь Владислав Галкин. Тоже всегда прихожу на его захоронение, когда бываю на Троекуровском кладбище. Еще кого я всегда замечаю? А, вот «Спокойной ночи, малыши». Владимир Ухин
и Игорь Кваша. Жди меня. Андрей Панин. Но это я так по пути захватываю, потому что основная цель моя сегодня — это посетить захоронение Анастасии Заворотнюк, Александр Барыкин. Певец, музыкант. Потому как лично для меня, как актриса, она запомнилась по сериалу «Моя прекрасная няня», как и большинству зрителей, я думаю, этого ролика. Караченцев. Хороший очень актер. «Моя прекрасная няня». Так, а давайте мы зайдем, наверное, с вами все-таки с другой стороны. Я вырос, можно сказать, на этом сериале. Я не помню, по СТС его, по-моему, показывали. Очень-очень много лет. Там песня еще такая примечательная была. Она работала в бутике Бирюлева, пока ее парень не выкинул с работы в одной из этих ужасных сцен. И что ей делать, и куда идти, как избежать проблем. Она пошла на удачу, удача в жизни так много значит. Вот уже немножко в памяти это теряется песня. Но все же помню слова, столько лет прошло уже. Десятки лет прошли, а видите, в голове песня от этого сериала запомнилась, как и у многих. Так, вот мы сейчас будем заходить на новый участок. А, да, еще вот этот памятник, вот это захоронение я всегда показываю и отмечаю. Лисовская Инна Федоровна. Вот такой памятник у нее установлен. Тут ее фотографии. Это колумбарий. Заходим. На мой взгляд, очень хорошая актриса была. Без преувеличения говорю, я вырос, все выросли, мое поколение, на вот этом сериале конкретном. Федор Черенков. И, насколько я понимаю, ее захоронение должно быть вот где-то тут. Вот если не вот эта могила. Нет, к сожалению. Так, значит, будем дальше искать. Тут свежее захоронение. Агеев Виктор Иванович, 1936-2023 год смерти. Я, по-моему, даже... когда вот приходил полгода назад, снимал это. А где же она? А вот, наверное, вот. Точно, вот это вот захоронение. Видите, какая фотография установлена? А нет. Нет. Это мужчина молодой. А где же она тогда? А вот это уже... надо будет смотреть. Ладно, пойдемте искать. Наверное, я не на тот участок зашел. Сейчас пройдем туда поближе. Да, это не тот вход, я в крайний зашел, потому что вот здесь уже
могилы начинается захоронение Бориса Моисеева, Валентина Юдашкина. А нам нужна Анастасия Заворотнюк. Ну все, друзья, правильно. Как я и говорил, она находится прямо напротив центрального входа на новый участок. Я мимо просто прошел, сразу туда пошел. А могила вот здесь прям, при входе. Сахалин скорбит. Тут коллаж из фотографий. Заворотнюк Анастасия Юрьевна. 03.04.1971 года рождения, 29.05.2024 года смерти. Два с половиной месяца прошло после похорон. Вот как сейчас могила ее выглядит на сегодняшний день, середина августа. К сожалению, на похороны я не попал, а хотелось. Мне лично почтить память ей. Ну вот хоть сейчас. Сейчас хорошо, тихо, спокойно. Редкие моменты, когда можно в одиночестве побыть. На Троекуровском кладбище. А знаете почему? Никого сейчас нет. А все очень просто. Потому что время сейчас 8 часов утра. Все очень просто. Кладбище работает с 9 до 19. Сейчас время 8, поэтому народу нет никого. Ну, только вот. Одна девушка мимо прошла, и все. Что тут еще? Давайте поближе посмотрим. Наша любимая няня, помним и любим, скорбим. Вечная память Анастасии Заворотнюк. Тут кто-то рисунок нарисовал даже. Цветов много. Напишите в комментариях, может, кто-то был на ее похоронах. И вообще напишите, как вы к ней относились, какие ее работы нравились. Что вы смотрели, что не смотрели. Ну, в общем, пишите все в комментариях. Все отслеживаем, все читаем, анализируем. Но знаешь, что освещали ее похороны масштабно?
Вот такая фотография у нее установлена. Интересно будет, конечно, посмотреть, какой памятник ей установят. А кто рядом похоронен? Абдрашитов Вадим Юсупович, 1945-2023, а здесь Русланова Нина Ивановна, 1943-2021. И вот, по всей видимости, ей будут памятник устанавливать. Ведутся подготовительные работы, сейчас это все убрали и будут делать памятник. Там вот Борис Моисеев, Валентин Юдашкин. И это с левой стороны. А по правую сторону легендарный Юрий Шатунов. Ну и теперь вот здесь Анастасия Заворотнюк. Так, день рождения у нее 03.04. Это в апреле. Дата смерти 29.05. Это май. Ну вот так выглядит захоронение спустя 2.5 месяца после похорон Заворотнюк Анастасии Юрьевны. Друзья, ну вот мы с вами и посмотрели захоронение Анастасии Заворотнюк. Как оно выглядит спустя 2.5 месяца после ее похорон. Памятник будут устанавливать не менее чем через год. Это я вам говорю, как не последний человек похоронной индустрии. Но обычно через год устанавливают, а по-хорошему через два, когда грунт даст усадку. Сейчас я нахожусь на старом участке Троекуровского кладбища. Это самый старый участок. На Троекуровском погосте. Да, раньше я не мог посетить захоронение Анастасии Заворотнюк. Я хотел вообще на похоронах поприсутствовать, но, к сожалению, был в командировке в Краснодарском крае. И в том числе по съемках. Ну, там тоже было на что посмотреть, поэтому переходите на канале ранее, посмотрите. Там есть тоже легендарное захоронение. Так, вот памятник какой-то, уже ничего не видно. Но тоже какой-то выдающийся человек был. Такие хорошие гранитные ставили в то время. Ну, собственно говоря, на этом на сегодня все. Показал все как есть. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, ставьте обязательно лайки.
Пишите комментарии, все читаем, все отслеживаем, реагируем. Распространяйте это видео и переходите, посмотрите предыдущий контент на канале, это довольно-таки не безинтересно. С вами был, как всегда, я, легендарный ведущий легендарного YouTube-канала «Против Лома». Берегите себя, увидимся, пока.